Так вот о загрязнении атмосферы. Барнаул попал в список наряду с еще 20 городами России. К слову, краевую столицу не включали в него с 2011 года. В худшую сторону ситуация стала меняться с прошлого года. В два раза в атмосфере увеличилась концентрация бензопирена, оксида азота и сажи. Особенно высокая она была в ноябре-декабре, когда на юге Западной Сибири формировались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных веществ. В алтайском Минздраве проведут проверки после многочисленных жалоб жителей региона. Об этом пишет Банкфакс. Число недовольных лекарственным обеспечением в крае за прошлый год выросло почти в 2,5 раза. На качество медицинской помощи жалобы увеличились на 37%. Это данные Росздравнадзора, который будет проверять работу Министерства здравоохранения. По словам надзорного ведомства, наш регион занимает 4-е место по числу жалоб на 100 тысяч населения в России. Руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю Владимир Трешутин отметил, что показатель жалоб обращений граждан – это основной индикатор, вокруг которого выстроена вся система здравоохранения. И пациент – главный в этой системе. В Рубцовске сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, ограбившего подругу, с которой он познакомился в интернете. На первое знакомство с кавалером дама из Барнаула отправилась в Рубцовск. Правда, оказалось, что кавалер женат и для встреч снял комнату. После общения мужчина удалился, но позже вернулся и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал, чтобы дама сняла с себя все золотые украшения. Отправив подругу на такси домой, Дон Жуан отнес все золото в ломбард. Злоумышленника задержали по горячим следам. Что ему грозит, читайте на портале Рубцовск.Инфо. Татьяна Голубева, наши новости.